я в Дубае, мама, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, мама, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, мама, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, мама, мама, я в Дубае. Сразу два! Всем доброе утро! Мы идем на завтрак. Арбузы! Здесь вот разные фрукты. Возьмем арбузик? Да. Держи. Вика обожает арбузы. Особенно передать вам сосиски. Вика подбегает и говорит, что это сосиска в тесте. Нет, это какие-то круассанчики, по-моему, с изюмом. Будешь? Нет, еще. Вот такие вот вкусняшки. А где сосиска в тесте? Нет, Вика, здесь нету такого. Это же чисто русская еда, сосиска в тесте. Какие булочки будешь? Так, Вика хочет вот эту. А я себе возьму вот эту с лимончиком. Все руки испачкаю. А еще тут есть блинчики, пойдем возьмем. А мед здесь натуральный, посмотрите, какие соты. Ой, дядя, сколько набрали. Я сейчас буду. Положи у тебя вторую. Куда положить? Вот сюда. О, какая вкусняшка полезная. Сейчас возьмем. А как ты его возьмешь? На ножике. Да. А, держись. Давай. На наши блинчики. О, няма-няма. Здесь у нас картошка. Будешь картошку? Нет, не хочу. А что хочешь? Сосиски. Я падаю. О, говяжьи сосиски. Ароматные такие будешь? Пока нет. А, я знаю, что Вика будет. Вика у нас любит мюсли. Будешь мюсли? А, да. Пойдем возьмем. Пойдем нальем молока. Пошли. Так, и разбавим горячим, чтобы горлышко не заболело. Пойдем, положим? Да. Вот, а, нет, а, это то же самое, вот они, с шоколадом. Такие положишь? Давай, клади. Ой, что это такое белое? Это тоже, мне кажется, а, может быть, это орешки. Осторожно. Посыпай. Ну что, вкусняшек полно, а Вика выбрала самое любимое, да? Угу. Приятного аппетита! В парке Motion Gate мы нашли игровые автоматы и сейчас попробуем испытать на них удачу. Посмотрим, насколько честные дубайские автоматы. Пойдемте. Сколько здесь всего? Прикольные, какие-то космик. А это что? Вик, вот эти. Ой, какие миленькие ежики, посмотри. Ну что, давай, где у нас денежка? Да. А, вот, смотрите, здесь разменник. Отдаешь здесь 100 дирхам, дает 4 по 5 и 8 по 10. 50. Давай, Вик, вставляй у нас. Вот, 50 дирхам. Сейчас он выдаст нам мелочь. Да, ну-ка. О, съел. Опа, съел. Что надо сделать? О, опа, смотрите, посыпались. Насчитал. Доставай. Это мне. Класс. Давай, во что первое будем играть? Во что первое? Так. Ёжика. Стоимость 10 дирхам. 10 дирхам – это примерно 160 рублей. Ну это не дешево нисколечко, да? Да, причем одна попытка всего. А так, ну что, сначала мама пробует? А, нет, он на время, по-моему. На время? А, сейчас, не знаю, сейчас попробуем. Вставляй, Вик. 10, вот. Здесь очень громко играет музыка. Ой-ой-ой. На, вставляй.
30 секунд. Так, чуть вперед. Вперед, вперед, вперед. Вперед. Левее. 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 Да? Давай, нажимай. Ух ты! Вау, сразу два! Ай, один упал! Давай, падай! Ёжика поймали! Смотрите-ка, какие аппараты здесь прикольные! Здорово! Так, ну что, пошли куда-нибудь. Кого еще попробуем? Давайте, может быть, вы папе выиграете экшн-камеру Sony? Вон она! Вау! Я сомневаюсь, что вы попадете. А что нужно сделать здесь? Не знаю, надо ключиком пройти прямо туда, толкнуть, видимо. А ключик, наверное, крутится просто. Так, ну что, испытаем удачу. Папа хочет вот эту экшн-камеру Sony. Так. Ой-ой. Мне кажется, здесь есть какая-то очень сложная заковыка. Потому что за 10 дирхам... А сколько стоит? 10 дирхам? Все, давайте. Ну ставьте. Что, пробуем? Нави, вставляй. Может быть, папа попробует? Точно? Давайте, папа Давай. Попробует. Я буду сам снимать, сам... Все. Съел? Все? Время Поехали. Пошло. Нет, пожалуйста. А как поднимать его? И что дальше? Не знаю. А что, не поднимается? Нет. А, вот ап. Вот, это финальный, да. Время кончается. И что, отпустить надо его, когда он туда подъедет? Не знаю. Наверное. Криво. Вот в чем заковыка. Он прям там миллиметр в миллиметр должен попасть. Не получилось. Я думаю, надо пойти выигрывать плюшевых мишек. Давай здесь. Так, ну что? Кого будем, Вика? Давай, слоника. Слоника, давай. Держи. Вставляй 2 по 5. Сначала одну, потом вторую. Так, еще. Здорово. Началось, поехали. Подожди, не нажимай. Стой, стой, стой. Нажимай. Опа, опа, опа. Упал. Слишком тяжелый. Надо полегче. Пойдемте, вон там еще есть какие-то. Так. Ну здесь такие миленькие, цветные, мне так нравится. Да? Надо выбирать легкие, давай, да, игрушки. Давай. Все по 10 дирхам здесь стоимость, да. Давай вперед. О, как болтается. Я хочу помечь его. Давай уж, какой получится. 13, 12. Успокойся. Давай. Нажимай. Нажимай. Упал. О чем это говорит? Тоже автоматы обманщики. Первый раз нам повезло, остальные автоматы обманщики. Ну ладно, у нас хоть одна игрушка есть. Давайте попробуем вот привидение. Как называется? Ghostbusters. А, это Лизун. Или как там его Охотники звали-то? Охотники за привидениями. А, не помню. Да, это охотники за привидениями. Давайте. Держи. Попробуем белого. Нет? Да. Сначала одну, потом вторую. Так, время пошло. Давай. Да. Все, 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 стой. Давай, опускай, мне кажется. Ай! Хорошо было, Ви. Стой.
пробовала первый раз. 11 секунд, давайте, отпускайте, он все равно зацепится. Нажимай! И зацепился, и отвалился. Все они понятно. Вообще не держат. Только первый аппарат, кстати, держал. Да. Сразу два.